Итак, я снова с вами для того, чтобы показать, как сделать платформу для нашего причала, пристани. В общем, как вам угодно, так ее и называйте. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобятся деревянные рамки, которые мы знаем, как уже делать, и нам понадобятся лестницы, которые мы сейчас скрафтим. Для лестницы нам нужно 9 палочек и 1 скотч. И у нас получается одна лестница. Нам нужно их 2. Теперь, что же мы делаем? Из трех рамочек, мы делаем один фундамент. Мы его крафтим, и теперь один фундамент мы крафтим с 2 лестницами. И мы получаем совершенно новый фундамент, который называется Dog Foundation. Мы его крафтим. И для чего же он нужен? Он нужен для того, чтобы как раз строить причалы и пристани. Что ж, сейчас я его установлю, чтобы показать, как он выглядит. Выглядит он следующим образом. То есть в такой нехитрый способ мы можем построить себе пристань. Так как разработчик пообещал в скором времени, что появятся удочки, то есть нам нужно будет где-то ловить рыбу. А там недалеко, я думаю, появятся и лодочки, так что нам придется их где-то швартовать. Итак, мы сейчас построим много-много лестниц и много-много платформочек для того, чтобы сделать нашу пристань. Итак, наша пристань еще не совсем готова, но она уже приняла очертания. А в принципе, вы можете сделать пристань такую, какая вам понравится. Сделать даже столбики, навешать на них факелы. Кстати, как делать факелы, я покажу уже в следующем выпуске. Что ж, до скорой встреч, пока-пока.